Хорошо. Наймем их. Так, можно, в принципе... Можно, в принципе... Если вам нужен отличный товар за хорошую цену, вы пришли в нужное место. Деньги снять. Или банк тоже нужно сначала его забацать. Да елки-палки, идите в банки. Динлэро, это почти преступление. Пройди мимо, не взглянув на мои прекрасные... Так, Сарту банку. Вот, снимаем. Забрать. Ну, конюшня, кстати, еще одна. Сейчас мы ее активируем. 700 флоринов всего. Так, доходы скольки увеличены-то? На 150 всего. Мало. Так, в тоннельчик сейчас. Доступно, требуется обновление. Ну да, там я мало, в принципе. Ничего не обновлял. Я коллекция тайн, платков и французских фуляров. Стой здесь. Да, ребят, стойте. Метров это достаточно много, я считаю. Но так вот через вот здесь проскочим. Да уйди ты, ё-моё. Красная зона. Так. Индикатор. Расстояние. Так, вот этих надо купить. Это за кого у нас невыносимая жизнь? Только с соломенным чучелом? А, это просто тут слиться с ним можно. Посмотрим. А тут что у нас? Кроме того, я вскрываю нарывы. И вот тут еще что? А, нет. И другие образования. Кстати, тут точка обзора где-то. Которого я рассказывал. Он нашел. Вон она. Этот идиот что-нибудь сломает. Да не сломаю ничего, тут все каменное.
Так, нет. Так, дайте обозреть. Все понятно. Раз, два. Опа. Шикарно. Так, и нужно обозреть. И прыжок веры. Клёво. Так, там еще 510 метров. Пожалуйста, хотя бы пару монеток на еду для... Дадим, дадим. Окей, неужели? Вот это дело. Деньги, Миамона! Денай! Деньги за даром! Какая-то проблема с лошадью. Наймем их. Я готов. Сколько? 350, шикарно. Две 520 уже за 20 минут. Так. Ну пусть бегут за мной. Ну-ка, напали. Они твои. Посмотрим, что будет. Да нихера нет. А мастер Бачи славится нищими чарами. Бай-бай! Триста метров. Там влево надо будет еще взять. Слышите, как лошадь дышит? А я слышу. Я выпущу тебе кишки! Что за ублюдки? Ну-ка лезь сюда. Это же воры. Отпусти меня!
Фу. Ну давай, что так, в чем проблема? Так, они там вне зоны. Да, вот так бой был. Там плакаты у меня. Сорвать надо. И лошадь куда-то делась, офигеть. С гор, что ли, слезла? Так, продолжаем. Потом надо будет в эту, в зону зайти. Помощи. Так, вот этот интересный индикатор. А ну пошли вон, щенки.